Не получится ли так, что привлекая подписчиков через call to action, они просто подпишутся из благодарности, а потом никогда не будут смотреть видео? Получится. Но мы этим call to action привлекаем и... То есть тут это даже не зло. Это так, вот я делаю так, потому что ожидать, что кто-то в благодарность, да, подпишется, вот никак. Да, мы говорили там про донаты, там мы про какие-то, вот я вам честно скажу, мы пока не говорили про то, что можно помочь нашей школе, ссылочка вверху, никто не посылал ничего. То есть люди не искали повода помочь нам, хотя где-то в голове было, они приходили, а где вы зарабатываете здесь? И непонятно, да, это нигде не зарабатываем, ну как нигде там, да, ну вот вы столько сюда вбухиваете времени, денег там всего-всего, а где деньги? Тут надо выбирать, но я за то, чтобы говорить людям, что им делать, ну, подпишись, приходи, узнай, получи там, да, вот call to action, это всегда, я всегда за увеличение конверсии, всегда.